Стандартная разминка в Димитровградской школе греко-римской борьбы. Здесь уже давно идет подготовка к соревнованиям. Наши ребята готовятся встретить гостей сразу из 11 городов. Среди них Тольятти, Саранск, Волгоград, Самара, Кузнецк. Приедут даже борцы из Республики Казахстан. Хочу занять первое место. Буду стараться показать себя с лучшей стороны. И, конечно, чтобы за меня радовались мои родители и мой тренер. Чтобы я их не подвел. Общее количество спортсменов, заявленных на участие в турнире, 120 человек. Проведение столь масштабных соревнований доверено спортивному комплексу «Нейтрон». Его уже готовят к соревнованиям. Занимаются оформлением, решают организационные вопросы. Перед входом будет установлена полевая кухня. Всем желающим бесплатно будут раздавать кашу и горячий чай. Кроме того, здесь оформят и уголок памяти афганцам. Организаторы отмечают, для ребят это нечто большее, чем просто турнир. Вообще к этим соревнованиям они настолько относятся не только щепетильно, а вообще ждут эти соревнования. Для них это соревнование будто бы чемпионат мира. На такой степени они готовятся к этим соревнованиям. Иногородних спортсменов в течение 2 дней проведения турнира поселят в одном из оздоровительных лагерей города. Организацией этого вопроса занимается администрация Димитровграда. Соревнования начнутся в 10:00 28 мая в спортивном комплексе «Нейтрон». Владимир Карташов, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.